Повысить качество сельхозтоваров и защитить интересы волгоградских фермеров – это главные задачи трехстороннего соглашения, которое было заключено между администрацией области, Аграрным союзом и профсоюзом работников АПК. Этот документ, как логическое продолжение отраслевого соглашения, которое подписали в середине декабря Министерство сельского хозяйства и Профсоюз России. Среди основных пунктов федеральной договоренности – повышение зарплаты сельских работников до 80% от средней зарплаты в стране. Это должно произойти к 2015 году. Кроме того, соглашение подразумевает льготное кредитование молодежи и строительство жилья на селе. Аналогичные цели преследует и соглашение, подписанное в Волгоградской области. Если по другим отраслям мы видим позитивные сдвиги и поднятие средней заработной платы до среднеобластного, то, конечно же, хотелось, чтобы работники агропромышленного комплекса были не обделены вниманием. Конечно, вопросы социального развития села – очень важная тема, улучшение жилищных условий. Другие задачи соглашения – более доступные кредиты для фермеров, совершенствование системы страхования в сфере АПК и развитие мелкотоварного производства. Также в Волгоградской области еще предстоит улучшить закупку продуктов животноводства в личных подсобных хозяйствах.